CrossFit, прежде всего, это система тренинга, которая позволяет человеку расширить в максимально широком диапазоне свои физиологические компетенции. Если мы говорим конкретно о кроссфите для солнечных детей, то, используя эту систему тренинга, мы в первую очередь воздействуем на главные потребности этих детей. Это кардиосистема, респираторная система, координация и приведение в адекватность мышечного тонуса этих детей. Тренируясь последние 4 месяца, я как тренер могу уже наблюдать очевидные плюсы, очевидные изменения в лучшую сторону. Наши дети стали более скоординированными. Также кроссфит положительно влияет на способность мышления детей. Это поможет им быть более социальными, взаимодействовать с другими детьми, взаимодействовать с другими людьми. Наши тренировки подготовят этих детей практически к любому вызову физической активности.